Обильный снегопад, который не оставляет город уже которую неделю, стал настоящей проблемой. И в первую очередь для коммунальщиков. Сугробы расчищали на протяжении суток. Тем не менее, приемочная комиссия муниципального заказчика отказывается принимать и оплачивать выполненные работы в полном объеме, предвзято относясь к данным работам, постоянно выискивая какие-то недочеты. На выполнение данного контракта был потрачен колоссальный труд людей, которых можно, в принципе, увидеть. Мы и днем, и ночью, в принципе, в любую погоду, без выходных и без праздников, в зависимости от погодных условий, обеспечивали комфорт в районе. В ведении компании «Стройклассик» проезды и тротуары Курчатовского района, а также содержание Свердловского тракта. С администрацией района заключено 4 контракта. По двум из них деньги не платят уже несколько месяцев. Снегопады идут практически каждый день, и выполнить те требования, мы старались, мы работали очень добросовестно, привлекалось огромное количество людского ресурса, с моей стороны, я считаю, что принятие контрактов было предвзято. Хотелось бы обратиться к администрации Курчатовского района, чтобы они в канун новогодних праздников оплатили данные виды работ, чтобы люди могли с хорошим настроением, войти в Новый год. Пока горожане готовятся к празднику, закупая все для новогоднего стола, коммунальщикам приходится бороться с непогодой. И если деньги по контракту подрядчику так и не выплатят, нормально встретить праздник вряд ли получится. Наталья Кудряшова, Дмитрий Пищулин, СТС Челябинск.